Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами находится устройство Xiaomi 13T Pro. И сейчас я покажу вам. Сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Итак, нажимаем на стрелочку и выбираем язык. Нажимаем «Далее», выбираем регион, нажимаем «Далее». Здесь мы можем ознакомиться с условиями использования, политика конфиденциальности и обязательно ставим галочку. Вот здесь нажимаем «Далее». Тут мы можем вставить сим-карту, можем пропустить этот момент и сделать это позже. Далее мы также можем подключиться к сети Wi-Fi, можем, если у вас нет возможности подключиться, пропустить этот шаг. Нажимаем на стрелочку. Здесь мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства. Для этого мы нажимаем «Далее», и нам понадобится наше старое устройство. Но у меня его нет под рукой, поэтому нажимаю «Старое устройство нет под рукой», нажимаю «Ок». И сейчас нужно будет войти в Google аккаунт. Для этого мы вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Здесь мы соглашаемся. И выбираем резервную копию, какого устройства хотим восстановить. Нажимаем «Восстановить». Нажимаем «Ок». Здесь нажимаем «Принять». И выбираем поисковую систему. Нажимаем «Далее». Можем настроить защиту устройства. Я выберу пароль и графический ключ. Нажимаю «Понятно» и ввожу какой-то графический ключ. Нажимаю и ввожу его еще раз для подтверждения. Нажимаю на стрелочку. Нажимаю «Продолжить». Здесь мы можем настроить ассистента. Нажимаем «Принять», и нам нужно сказать то, что здесь написано. «Окей, Google, какая завтра погода?» «Окей, Google, какая завтра погода?» «Окей, Google, установи таймер на 5 минут». «Хей, Google, позвони». «Хей, Google, напоминай поливать мне цветы каждый понедельник». Далее нажимаем «Подтверждаю согласие». Здесь мы можем подключить Google Pay. Я нажму «Пропустить этот шаг». Далее нажимаем «Нет, спасибо». Здесь нажимаем на галочку, нажимаем «Пропустить». И можем выбрать стиль рабочего стола. Нажимаем «Далее». И нажимаем на стрелочку. И таким образом мы настроили наше устройство. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.